Еще раз всем доброго утра, друзья. Сегодня, как мы уже говорили, отмечается Всемирный день здоровья. И вот про здоровый образ жизни и не только мы сегодня будем говорить с нашим гостем. А кто это, представит моя коллега. Сегодня у нас в студии пауэрлифтер, человек, который не перестает ставить какие-то мировые рекорды, Александр Котец. Доброе утро. Доброе утро, Саша. Ну и вот Всемирный день здоровья. Утро началось. Как твое утро начинается, чтобы быть сильным и могучим? Напиток, теплая вода, имбирь, лимон, мед. То есть вот так вот, все туда? Да, все туда. Бодрящий такой напиток, раскрутить обмен веществ, чтобы немножко взбодражить свою нервную центральную систему. Потом контрастный душ. И уже на тренировку. Вообще вот много говорят об этих вот самых напитках с утра, да? Вода с лимоном, с имбирем, там, со всем чем угодно. Вот в какое время ее лучше всего? Сразу вот прям проснулся бежать или как-то там 20 после, минут? После пробуждения. То есть? Уже. Вы заранее как-то подготавливаете, либо на месте? По факту. А что, зачем с такой выжималка? Саша встал, лимон и имбирь. Саша еще не встала, уже там все приготовил. А уже лимон и имбирь где-то в уголке прячутся. Ой, она сейчас будет давить. Еще тут зарядка догнать. Хорошо, говоря о напитках, на мой взгляд, я во всяком случае начинаю еще день с завтрака. У тебя завтрак есть или это только вода, а потом тренировки? Если с утра тренировка назначена, то без завтрака. Если тренировка назначена на вечернее время, то обязательно завтрак. Какой ваш любимый завтрак? Что вам больше всего нравится? Все банально. Овсянка, яйца, ломтик сыра, ну и что-нибудь сладенькое. Порции завтрака. Говорят, завтрак самый важный прием пищи. Да, самый важный, самый основной. Чем больше порций, тем больше энергии будет на весь день. Поэтому не надо через силу всовывать себя, как бы постепенно будет организм привыкать. С маленькой порции начинайте. В принципе, надо начинать, потому что некоторые люди, большинство вообще не завтракают. Это очень плохо. Есть ошибка. С маленькой фрукты можно начать, овсяночка, там яйца по желанию, и уже постепенно увеличить порцию завтрака. Завтрак – самый большой прием пищи должен быть за весь грядущий день. Что после завтрака? Полдник или сразу обед, или сразу ужин? Полдник может быть там, через часа три-два, чтобы раскрутить обмен веществ, метаболизм, какой-нибудь маленький перекус, а потом уже в обед полноценные прием пищи. Вообще, многие, когда начинают заниматься какими-то физическими упражнениями, да, вот там, начиная с утренней зарядки и так далее, и думая о том, что исключение из рациона каких-то там продуктов приведет к более лучшему результату, вот, на твой взгляд, исключать что-то максимально из рациона нужно во время того, ну, если ты поддерживаешь свой образ жизни, занимаешься с зарядкой? Да, конечно, желательно быстрые углеводы, то есть мучное, сладкое. Заменить их просто те же самыми вкусовыми качествами, которые наш мозг требует, там, глюкозы, либо мораль требует. Курагу, мед, темный шоколад тоже принесет удовольствие, но меньше как бы отложится какие-то трудные места, то есть нежелаемые места, там, бока, живот и так далее. А как же вот это наслаждение огромным тортом? Ну, могу бы посоветовать. Ну, и либо сразу после пробуждения, либо сразу же после тренировки. Как бы там... Можно, то есть можно заменить еще, овсянку тортом. Бы. Ну, ладно. Будет лучше всего, если овсянка сначала, сложные углеводы, а потом тортом. То есть, либо уже сильно захотелось, то, конечно, есть такого, как бы у нас спортсменов, сильно хочется сладкого, 10 раз присядь. И перехочется. Глюкоза поступит в мозг, и будет все хорошо. Вот ты, оно от одной как. Мысли можно, в принципе, что надо будет присесть, отказаться от есть этого желания. Еще такое последнее исследование, буквально недавно о нем мы читали на радио МФМ. Исследование ученых, говорящее о том, что если, допустим, перед обедом съесть немного сладкого, то на обед вы, соответственно, съедите гораздо меньше. Как ты думаешь, поможет это нашему организму или нет? Вроде бы, когда мы сладкое едим, да, насытились, там, кусок торта съели, все но уже. Потом ну, хочется еще соленого. Вот, как, или вообще? Если с точки зрения экономии, то поможет, да, финансовой. Если с точки зрения здоровья и формы физической, то, конечно, это плохо. На голодный желудок кушать что-то сладкое, это ни в коем случае нельзя, потому что идет всплеск инсулина, и это бы все отложится в жировое депо. Поэтому нет, сначала правильный прием пищи, сложных углеводов, вот эти белков, клетчатки, а потом уже последующее, то, что если захочется, уже немножко сладкого. Вот мне тоже кажется, сначала лучше плотненько пообедать, а потом-то уже и сладкого-то там не захочется килограмм съесть. Плотненько как бы тоже не нужно. Как бы правильный прием пищи должен оставлять немножко остаток голода. Ага. Последующий такой. То есть набивать живот есть нехорошо.
Хорошо, с приемом пищи мы с вами разобрались. Что касается тренировок, вот сейчас медики рекомендуют как можно меньше посещать массовых мероприятий, в том числе и мест скопления людей. В спортзал в вашей жизни остался сейчас, либо вы все-таки уже перешли на какой-то домашние тренировки? Да, остался, потому что непосредственно я там работаю. Но такие общие рекомендации надо, то есть обязательно выполнять. Заходим в спортзал, обрабатываем ручки. Держим дистанцию при общении обязательно. Уходим из спортзала, обязательно обрабатываем ручки. Что касаемо пожеланий, кто там тренируется, конечно, интенсивность надо сбавить, потому что, чтобы не подвергать насилию иммунитет, чтобы иммунитет не садился бы. Физкультурой заниматься. Ну и физкультурой можно заниматься, в принципе, и дома. Если как бы есть сила воли, желание, то лучше дома ограничиться. Поменьше посещать, как бы, общественные места. Хорошо, есть люди, которые остаются у нас сейчас дома, они уходят на самоизоляцию, но все-таки они, надо же чем-то заниматься, кроме работы, если у них есть возможность удаленной работы. Что бы вы посоветовали, какие, может быть, упражнения, там, занятия в плане спорта для людей, которые предпочитают оставаться дома? Слава Богу, мы обладаем, то есть живем в современный мир, обладаем многими источниками информации. YouTube, Google нам в помощь, зарядка там, как накачать пресс за 5 минут, такие у нас есть. Как бы, не знаю, я пробовала хоть 7 минут. Ну, это, конечно, все так. Поэтому набрали какие-то желаемые упражнения, на какую область мышц тела хотите, и вам Google выбьет там в любые видеоролики. Что от себя? Отжимания примитивные на коленках, на носочках, скручивание на пресс, лодочки всем известные. Можно вспомнить школу, детский сад, зарядку. И вот как бы дело в течение 40-60 минут в день этого достаточно будет. Многие спортсмены, кстати, записывают уже свои там видеоуроки. Вы планируете радовать? Да. Супруга мне вчера уже такую идею подала. То есть если тренажерный зал закроют, создать группу какую-то в Вайбере и уже проводить онлайн-тренировки. А есть какие-либо упражнения, которые не рекомендуется выполнять с утра после пробуждения, которые более, ну, скажем так, после обеда, в вечернее время будут более уместны для нашего организма, только что проснувшего? Да, хороший, актуальный вопрос. Надо после пробуждения выпить обильное количество воды. Это от 500 мл до 1000, чтобы раскрутить обильные веществ, чтобы поднять температурный порог организма, чтобы влажные связочки стали бы, мышцы, сердечко, разжижить кровь. Будет лучше. То есть, в принципе, если это работа с собственным весом, то вреда не нанесет. Ну, сначала, конечно, суставная разминка, тщательная растяжечка, ну, а потом уже к более сложным динамическим упражнениям приступать. По мне так проще. Проснулся с утра, просто потянулся. Потянулся, отрезал себе кусок торта, вот так вот, и все. Да, собрался. Дверку холодильника открыть тоже считается физическое занятие. Между прочим, а встать с кровати тоже. Вообще, во Всемирный день здоровья, вот какие пожелания будут для всех гродненцев? В данный период это снизить интенсивность, но ни в коем случае не бросать физические нагрузки, то есть оздоровительная зарядка обязательно. Желательно, где меньше людей, как нам известно. Правильные продукты, которые укрепляют иммунитет: чеснок, лук, имбирь, лимон, мед обязательно. И общие рекомендации Минздрава выполнять, и все будет хорошо. Спасибо огромное. Спасибо большое.